Приближается великий праздник – День Победы. Поздравить ветеранов можно не только букетом цветов, но и открыткой с теплыми словами, написанными от руки. Особо трогательно выглядят поделки, которые сделаны детьми. В досуговом клубе «Мечта» ребята изготовили поздравительную открытку в технике декупаж. Это вырезание ажурного изображения из бумаги. Мастерство преподает Екатерина Андреева. Декупаж – это вообще техника изначально произошла из Франции, но сейчас мы упростили, даже не то, что упростили, а наоборот расширили. И используем все различные подделки. Это работа с салфетками, с бумагой, с цветной бумагой, с картоном. Свои открытки дети украсили не только вырезанными разноцветными элементами, но и георгиевской ленточкой, которая прекрасно дополнила композицию. В каждый цветок, в каждую подделку было вложено много теплоты и заботы. Я написала, чтобы ветераны всегда оставались, всегда были здоровыми, всегда были бодрыми, позитивными. Я хочу поздравить с предстоящим праздником, 9 мая. Пожелаю счастья, здоровья. Посещая досуговый клуб «Мечта», школьники получают много положительных эмоций. Благодаря занятиям развивается мелкая моторика и фантазия. Поздравительные открытки будут переданы ветеранам. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».